готовы предложить. Приморье посетила первая делегация крупных предпринимателей из китайских провинций Гуандун и Хэйлунцзян, заинтересованных в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, промышленности, торговли и инвестиций. Перспективы взаимодействия представители зарубежной бизнес-делегации обсудили с руководителями органов исполнительной власти края и приморскими компаниями. Поприветствовал гостей и открыл мероприятие министр экономического развития Приморского края. Также он подчеркнул, что Приморье и Китай связывают давние традиции дружбы и сотрудничества в различных сферах, включая торгово-экономическую и инвестиционную. На территории Китайской Народной Республики традиционно товарооборот с Приморским краем у нас составляет более половины всего оборота. По итогам 7 месяцев текущего года мы видим, что удельный вес Китая уже составил 64% от всего товарооборота Приморского края. Глава иностранной делегации господин Лин Лян выразил намерение развивать взаимовыгодное сотрудничество, особенно в сфере поставки качественной продукции на китайский рынок. Нам необходимо закупать большое количество древесины, продукции сельского хозяйства, животноводства, рыболовства, водных продуктов, которые являются вашей выгодной продукцией. Мы также заинтересованы в том, чтобы туристы из Гуандуна совершали в Приморье деловые и туристические поездки. Наши туристы могут ознакомиться с туристическим потенциалом Приморья и привлекать инвестиции китайских бизнесменов в Приморский край. Как уточнили в Агентстве международного сотрудничества Приморского края, провинция Гуандун Китайской Народной Республики считается самым богатым и экономически мощным регионом, который занимает первое место по объему ВВП в Китае. В ходе встречи гостям из КНР рассказали об основных экономических и экспортных направлениях, а также инвестиционных площадках и перспективах развития сельского хозяйства. После официальной части состоялись двусторонние переговоры между российскими и китайскими компаниями. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.